Московские сельские дома культуры, Гирматовского, Меловицкого, Леснянского, Русиновского, Полонечковой компании. В 20 учреждениях культуры будут размещены участки культуры, работает мобильное учреждение «Автоклуб», которое театр эстрады «Каприка» Мирского дома культуры. Награждён специальный дом «Центре ремесел» 23,8 тысяч рублей. Дом культуры на заработную плату мы направили 31,1%. В 2022 году районам выделил 20%. Из задачи, которые ставили самые со стороны, хочу отметить работу Оксаны Александровны. Делается и какие результаты достигнуты.